Курганском музыкальном колледже снова состоялся очередной концерт. На этот раз в Большом зале собрались практически все хоровые коллективы города, а также музыканты из Китова, Варгашей и Лебяжья. Почетным гостем стал известный детский композитор Сергей Смирнов. И именно его произведения звучали в этот день. Идея провести творческую встречу с композитором возникла у заведующей отдела хорового дирижирования Курганского областного музыкального колледжа Марины Муртазиной. По ее словам, для детей, студентов и педагогов такие встречи необходимо проводить. Потому что для нас, для педагогов, для студентов это учеба. А детям пообщаться с музыкантом, с композитором, с хоровыми деятелями – это очень важно. Вот именно сейчас, когда ты маленький еще ребенок, допустим, учишься в музыкальной школе, и ты увидел глазами живого композитора, который исполняешь песни чьи, то это очень оставляет большое впечатление. Сергей Смирнов – профессор Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. Свой творческий путь он начал еще в детстве, придумав в 13 лет свою первую мелодию. Сейчас его перу принадлежат около 50 детских произведений. К некоторым из них тексты он написал самостоятельно. Я до сих пор занимаюсь с детьми. Я с ними общаюсь на их языке. И я думаю, что они меня понимают, и я их понимаю. Чтобы заниматься и писать для детей, нужно быть самому немножко ребенком. Я надеюсь, мне это иногда удается. На протяжении всего концерта, в перерывах между номерами, композитор отвечал на вопросы детей, давал некоторые советы и неустанно хвалил зауральских музыкантов. По его словам, наша область имеет большой творческий потенциал. Юлия Гингуляк, Глеб Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».